музей Бугатти. Музей Бугатти Валцесси. Это дом-музей семейства Бугатти. Дом 16 века с оригинальной обстановкой, так как он и был в то время, когда они здесь жили. Мы взяли аудиогид. Если честно, я думала, что мы не успеем посмотреть за то время, которое у нас оставалось в Милане. И поэтому я не подготовилась, информацию никакую я не читала. Посмотрела по отзывам, один из лучших музеев, но оставила его на следующее посещение. Здесь у нас оказалось достаточно времени, чтобы его посмотреть. И уже буду знакомиться по ходу с помощью аудиогида. Немножко поснимаю и уже буду слушать информацию со своего телефона. Смотри, Миша, какой потолок. Богатый, да. Маленькая кровать. Люди были настолько маленькие. Очень красивая комната. Потолок такой классный. Камин. Библиотека. Мне бы такую библиотеку, я бы, наверное, отсюда и не вышла несколько месяцев. Книги, к сожалению, я посмотрела. Не оригинальные, новые. Может быть, здесь где-то в шкафах спрятаны. Настоящие книги, но... А вот, по-моему, одна из них. Это все новое уже. Самую старую посмотрела, 19 век. Ванная комната. Сейчас покажу ванну. Оказывается, они были такие маленькие. Видимо, нужно было таскать воду сюда горячую. Она быстро остывала. Особенно зимой, поэтому ванны были маленькие. Вот умывальник, камин. Потолок. Вот пол обычный, простой, но мраморный, кстати. Но потолки очень красивые. Галерея Капула. Она соединяла две части дворца между собой. Такой тут потолок интересный. Вазы, которые были, стояли в этом доме. Посуда с позолотой. Вот и
эти два брата Бугатти, которые жили в этом дворце. Их одежда, которая сохранилась. Посуда. И дети одного из них. Салон, комната, где принимались гости, велись разговоры. Теперь я хотя бы представляю, как выглядел, что представлял собой салон. Слово слышали, конечно, из классической литературы, что он себе представлял, понятия не имели. Оружейная комната. Вот это у кого-то была коллекция. Это вам не пины из хард-рок кафе собирать. Попробуй собери такую коллекцию. Нужно построить дом с таким высоким потолком, чтобы можно было вешать. Потолок, конечно, высокий, очень красиво. Вот спальня другого брата. Здесь уже кровать побольше. То есть, видимо, они здесь жили вдвоем. Скорее всего, он был женат, у него был ребенок, а второй брат, судя по размеру кровати, жил в этом дворце один. Очень странно, почему они жили вдвоем в одном и том же доме. Еще одна спальня, детская. Еще оригинальный, это деревянный паркет. Потолок. С одной стороны, обстановка дома, конечно, богатая, красивая, но с другой стороны, эти мрачные картины повсюду. Священников, распятого Христа. И одна и та же тематика Девы Марии, эти лица такие на портретах, печальные, грустные, какая-то мрачная обстановка. Хотя это даже не 13-14 век, это уже 16-17. Столовая, очень красивая комната. Здесь такие шикарные ковры. Вот что значит дорогой ковер ручной работы. Прямо произведение искусства. Это нитки такие классные. Очень красивое все. Посуда. Камин такой интересный со всякой утварью. Это потолок. Блюда. Какие-то вазы сохранились. Мебель такая интересная, тоже красивая. Черное дерево. Очень красивое все. И мебель сочетается с дверными проемами. Такого же стиля, в таком же цвете, очень красиво.
Интересно, что за комната? Просто соединяет столовую и лестницу. Шикарный дом, конечно. Хорошо, что его оставили для просмотров, для народа. Можно посмотреть теперь. Очень красиво, и совсем нет людей, несмотря на то, что только сезон летний и выходной день. Очень красивый музей. И одни кресты повсюду. Кресты, иконы. Интересно, детские ходунки, детский туалет, стульчики, горшок, в общем. Детские, конечно, были тоже самые маленькие комнаты. Ребенку самую маленькую комнату отдавали в доме. Вот еще интересно, вот это оригинальные стекла. В доме они задрапированы были, делаются для того, чтобы свет не проникал и не высвечивал там картины, мебели и, в общем, премьер интерьера. Вот такое толстое стекло. Очень красиво. Здесь же ресторанчик такой красивый, можно покушать. Очень красиво.